Мила, привет! Мила сегодня едет в джунгли, парк, там редких животных смотреть. Езжу в этот джунгли, парк. Вот она, выставка животных, ферма крокодиловая. А? Мила! Милана, Милана, смотри, какой там, это кто такой? Крокодиловая ферма. Вот это, наверное. Это зебра висит. Вот она, крокодиловая ферма. Крокодилы тут, нет, крокодилы что ли одни? А должен быть джунгли парк? А вот он, джунгли парк. Мила, скажи всем привет. Милана. Кто там? Вон, смотри, кто там такой? Вон там в клетке кто-то сидит. Это называется енот. Мила, ручки убери от клетки, а то вдруг он кусачий. Милана. Она сейчас. Обезьянка там еще одна. Ты ручки к ним не суй. Мила, не суй к ним ручки-то. Он как укус. Они вон с другом тут в клетках. Чтобы им скучно не было рядышком друг с другом. Целуются. Да, трутся носиками. Любаются. А ты кто такой красивый-то? Пушистый? Миленький такой. Ты кто? Хорек фура. Хорек ты, да? Хоречек. Стащить пытается, да, что-то из клетки, из его. Ага, ты еду у него таскаешь. Ты у него таскаешь еду. Так ты ж голодный. Ты ж енот голодный. Енот. Обезьянка. Что ты там такое делаешь? Привет. Эй, привет, подними голову-то. Скажи нам привет. Ты хоть с нами поздоровайся, что у тебя, блохи? Чешешься? Чешется у тебя? Ну, второй бог зачесался. Чешется и чешется. Делать-то им тут скучно, только сидеть. Конечно, всю попу отсидят. Конечно, она красная станет отсидевшая. Бедные животные в клетках должны прыгать, бегать по деревьям. Грустными глазами. Схватишь сейчас меня за камеру, да? Обезьянка какая. А ты куда пошла? Ты куда пошла? Туда нельзя. Туда нельзя, наверное.
здесь хитрюга. Вот, вот. Вот нельзя туда, Мила. Видишь, она дикая обезьянка-то оказалась. Она свое место свое охраняет. Обезьянка. Мартышка, скажи. Точно. Зэк, урка. Дикошарый такой. Озлобленный. Ты, наверное, тебя так достали? Обезьянка. Не ходи, Мила, туда! Ну, так это макака у нее, он попа-то. Шары это, да, совсем. Ух ты, что делает? Да какая? Сейчас всю клетку разберет и выберется. Милана не хулиган. Мила куда-то папу зовет. И кривляется еще. Че кривляешься, ты идешь? Кто-то тут еще живет. Австралийская змеиная шея черепаха. Опять черепашка, морская черепашка по имени Наташка. Тачка миски там, я вон там еще одна. Это ж фонтан Мила увидела. Фонтан. Ты воду любишь больше, чем животных? Тебя вода успокаивает. Вон там. Это черепаха. Каймановая черепаха. Она большая-большая. Она, наверное, сантиметров 30 или 40. Не, больше, наверное. Там у нее мордочка. Они что-то тут все спят. Так, попой к нам повернулась черепаха. Они пластмассовые все, искусственные. Они не пахнут. Красивые. Только они не живые. Они не живые, Мила. Вкусно пахнет. Вкусно пахнет пластмассовый цветочек. Фонтан. Красивый большой красный цветочек. Ну-ка, черепашка. Бульк. А там вон в самом низу большая-большая. Осторожно, черепахи могут укусить. Слышишь?
красноухая черепашка. Это вот, которая может укусить. Что-то они там друг за... Ой, дерутся. Друг за другом плавают. Что-то она одна вторую кусает. Трафальмера. Семь черепах. Бабочка. Вот она спереди, вот это у нее сверху крылышки. Одно сломано. Страшилище. Листовидная жужелица. Такая большая черепашка. Водяная черепашка. Морская черепашка. Видишь, черепаха утонула. Буль-буль она. Не хочет ни на черепаху смотреть. Это у нас черепаха. Мутант. Или покрончатая черепаха. Вот она. Вот такая вот она. Плохо видно. Кошмар, какие жуки. Ужас. Чудовище прямо. Вот они. Он с руку. Милана, а ты кроликов-то видела? Их погладить можно. Кролика можно погладить. Ой, а ты не кусаешься? Ой, у тебя зубки какие, два зубика. Зайчик мой, пойдем кролика смотреть. Ну, куда хочешь. Мила, ты тут кого нашла? Там крокодильчики маленькие. Смотри, крокодил, дил плывет. Маленькие крокодильчики. Ляли-крокодильчики. Сколько их тут? Раз, два, три, четыре, пять штук. Пять малюсик. Ну, а тут кто? А, так ты там, Мила. Ты им стучишься? Тук-тук. Крокодил. Крокодил, скажи. А вон там большой крокодил. Наверное, мама ихняя. Крокодилы. Крокодил. А там мама, а там большой крокодил. Тут сумка лежит. Крокодильчики маленькие. А тут чуть-чуть побольше крокодильчики. Они тут почему-то маленькие, с маленькими, детки с детками. Побольше. И тут побольше. Какой. Кайман, привет! Это низкие крокодилы. Они прыгать умеют, интересно, как выпрыгнет. Ну-ка, сколько их тут? Три ракушки тут у них. Что это? Он скушает, это нравится. Пообедать хочет, то ли такой или иной. Большая крокодила по городу ходила. Один почему-то сидит. Драчун, видать. Сиамский крокодил. У них яички, крокодильи яички.
большие такие. Голубка уже вылупились. Мила, ты чё? Ну все посмотрели. Поднять Милу, наверное, надо. Тебе интересно, что ли, станет? Она задергалась сюда. Мила поняла, как клетки-то открываются. Но не надо открывать, он выпустишь его, он вдруг кусачий. Нильский варан. Как скучно у него в клетке, тут ничего нету. Цинк синеязыкий. Че они все спят? Они живые вообще тут? Расплылся. Толстый какой. Проснулся. Блюхало. Какой толстый, наверное, покушал недавно кого-то. Кому-нибудь мышку скушал, наверное. Дали просто. Мадагаскарские тараканы. Таракан. Фу. Бя. Загони, загони. Жаба Ага. Вот это жаба. Ой, двигается. Ну, прыгни хоть что ли. Подпрыгни. Гондурасская молочная змея. Черно-бело-красная. Спряталась там. Вот у нее шкуру она сбрасывала недавно. У нее шкурка лежит. Гиппон токи. Красивенькие такие. Разноцветные. Красную крапинку. Он, наверное, чем-то болеет. У него, наверное, краснуха. Он в крапинку. Мила, смотри. Они все в красную крапинку. Мила. Поаккуратнее. Видишь, это какой Василий. Здесь твоего папы назван Василий. Какой важный сидит. Прям как папа. Прямоносный Василиск. Головой вертит, живой. Они очень опасные. А то сидел как статуя. Они кроликов. Сбрасывал кожу недавно. Да. Вот это вот просто зверюга. Там где-то Мила наша бежит куда-то. Хочет веселиться. Тебе тут нужен только фонтан. Миле тут фонтан только приглянулся, похоже. Да, двигается. А еще и ходить можно. Так туда нельзя ручки-то вытащать, там же черепаха сидит, а она как ломанется. Куда ты опять побежала? Ну бегает она кругами, мила, бегай. Такая большая попка к нам повернулась. Так. Вон у нее там головка спряталась. Это у нас угольная черепаха. Большая черепаха. Это у нас кто? Ой, ой, двигается даже.
А то они все сидят без движения совсем. Ну-ка прыгни хоть что ли на стекло-то. Парусная агама Вебера. Бородатая агама. А вот их две тут. А будто игрушечная. Одна, а он вот вторая. Даже не моргает. Агама. Сетчатый питон. Змеюка. Греется, спит. Они все спят. Змеюка, гадюка. Тут кто? Питон короткохвостый. Наверное, кого-то скушал недавно. Толстый какой. Точно кого-то скушал. А, у него вон хвостик просто тонкий. Маленький. Индийский тигровый питон. Фу-фу-фу. Сидишь, отдыхаешь? Отдыхаешь, сидишь? Устала? Мило, было интересно, да? Столько животных всяких разных. Всякие черепашки, змеюки, крокодильчики. Кто там? Открой глазки-то хотя бы. Спит, греется. Хвост? Игуана зеленая. Ой-ой-ой-ой-ой. Ничего себе, какая красота. Ему нравится, да, прямо? Прелесть какая. У нее еще и кличка. Глаша ее зовут. Игуана зеленая. Лежит, кайфует. Вот это вот Глаша. Она большая, а вот эти вот две тоже зеленые игуаны, но они две маленькие. Сидят друг на друге. Одна спит, вторая смотрит. Какие они. Зеленые-зеленые. Ты устала, что ли, бегать? Куда-то Мила папу зовет. Куда-то взяла за руку и ведет, говорит, пошли. Мила купаться, наверное, хочет. Нет, здесь купаться не надо. Какой собачка такая, собачка енотик. Имбельчатки маленькие. Ой, а тот вон прям к маме присосался и тетю сосет у мамы. Дерево-то ведь не настоящее. Дегу. Разговариваешь? Попка. И тебя как зовут? Попугай. Ну-ка, кто ты у нас? Что ты у нас? Ага, привет говоришь. Привет, привет. Кто ты у нас такой? Александрийский попугай. Вот ты какой. Зеленый. Ну-ка, скажи еще что-нибудь.
язык. Кар-кар-кар-кар-кар. И чирик-чирик-чирик-чирик-чирик-чирик. Клюв-то не больно? Попугайчик, попугайчик, попугай. Попугай, попугай. Пугай. Ну-ка, ну-ка, пугай давай. А чего тебя назвали? Попугай. Шиншилла, просыпайся. Открой глазки. Шубка. У тебя такая шерстка мягкая-мягкая, пушистая-пушистая. Из тебя шубки делают. Шиншилла. Хомячки. А хомячков можно погладить, мила. Давай хомячков погладим. Ой, тьфу ты, это свинки морские. Давай морские свинки. Мама. Нет, мы их не будем гладить. Они тоже какие-то дикошары. Они там пьют у него поилка. Морские свинки тоже дикошарые. Не даются тоже. Поставь, мило, чтобы... Морская свинья, это пушистая. А тут у нас кто, смотри? Он лысенький. Страшненький, лысенький такой. И игрулка карликовая. Она такая маленькая-маленькая. Игрулка карликовая. Длиннохвостая какая. Ну попрыгай, побегай. У тебя домик? Птица-крылка Голиаф. Красивая, большая. С ладошку тоже. Все большие бабочки. Красивые большие бабочки. Вот это вот самая крупная бабочка. Видите, а тут она маленькая еще. Коза. О, нет, это перуанский кузнечик. Кто там такой? Кто там? Кто там, мило? Жучки, паучки, бабочки. Так, черненькие, всякие красивые бабочки. Вот это вот большая, красивая, лунная бабочка. Переливается она. Ой-ой-ой-ой, а кто это? Оторвали название. Дровосек Титан. Милана, все, мы уходим. Всем скажи пока-пока. Скажи всем пока, всем животным пока-пока скажи. Пока-пока. Побежала куда-то. Убежать все.